Германии бум на обогреватели и тепловентиляторы. Немцы боятся замерзнуть в своих домах и квартирах будущей зимой. Продавцы говорят, что сейчас продукцию разбирают за день до поступления. Но проблем с поставками нет, ведь повышенный спрос на этот товар заметен только в Европе. Мирового повышения спроса на обогреватели нет. А немецкие компании, которые занимаются продажей электроприборов, своевременно увеличили запасы. Впрочем, эксперты в отрасли отопления считают подобный спрос ошибкой. Отопление электроприборами очень дорого и должно быть только аварийным. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал компании, в которых есть офисные помещения, рассмотреть возможность снижения температуры воздуха в зданиях на фоне кризиса страны с энергосбережением в холодное время. Министр экономики также призвал поменять режим обогрева общественных зданий, которые отапливаются с 6 утра до 11 вечера. Кроме того, Хабек полагает, что в Германии стоит задуматься о необходимости устраивать корпоративный отдых на Рождество или Пасху, где производство не продолжается из-за того, что большинство людей в отпуске. В таком случае можно было бы полностью отключить систему отопления на какое-то время. Немецкая авиакомпания Lufthansa вынуждена была отменить тысячи рейсов за последние месяцы. Всему виной проблемы, вызванные нехваткой персонала. Но это еще не предел сокращения. Компания объявила, что до конца августа грядут новые изменения в расписании полетов. Так сокращены еще около 2000 рейсов из Франкфурта и Мюнхена до конца августа. Также за последнюю неделю отменили несколько рейсов Lufthansa в Рим, Неаполь, Ниццу, Венецию и Пальма-де-Майорку. Поэтому путешественникам следует внимательно следить за всеми изменениями, советуют в компании. Немецкое правительство планирует ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. Ношение масок в Германии скоро станет обязательным. Министр юстиции Марко Бушман заявил, что локдаун вводить не будут. Кроме того, повторять китайский сценарий никто не собирается. Школы и магазины продолжат работу в привычном режиме. Министр юстиции Германии заявил, что пока рассматривается только одно обязательное требование – ношение масок в помещениях. Поэтому немцы скоро будут обязаны носить защитные маски вообще местах, чтобы помочь бороться с очередной волной.